Вот смотри, такая заболотистая местность. Ага. Жутковатое место, да, для маньяка. Да? Прикольно. Пойдем идти. Так, я забыл камеру протереть, как обычно. Вот что? Вот сейчас пишет. Не будем уже все говорить заново. Да, будем. Не будем. Короче, я опять ничего не писать. Должна моргать красная точка. Я смотрю, что здесь надо проверить. Здесь пишет, да. Здесь пишет. Мы сейчас полчаса рассказывали, что у нас было. Поэтому выпуска неделя. Не будет. Да, прошлые выпуски вот здесь. Вот здесь. В общем, мы, короче, будем писать каждую неделю, в конце каждой недели мы будем писать видеоотчет, недельный видеоотчет о том, что у нас было на этой неделе. Вот, эту неделю мы провели очень бурно и очень интересно и эффективно. Мы начали с 9 мая, съездили на празднование 9 мая, там было очень скучно и неинтересно, и мы решили отпраздновать его по-другому, по-своему. Поехали на дачу. Нет, сначала мы поехали в церковь. Ну извините, церковь, до этого было все церковь нормально. Церковь Иоанна Святого Воина, в деревянную церковь. Там очень прикольная была выстроена территория. Беседки, где можно посидеть. Всяких животных и там островки. Красиво, в общем, там. Ну покажи, вставь, давай. Вот здесь можно. И вот здесь. А еще у меня много фотографий вот здесь, вот здесь, вот здесь. А он ничего не записал. Тебе надо подвинуться. Мне кажется, тебе надо уйти из кадра. Потому что вот так. Вот так будет лучше. Ты что мне по ногам-то ходишь по новым? По ногам привыкай. Приходится вытирать. Приходится вытирать. Мои же бонусы писал. Да. Вот, и мы потом после церкви мы поехали на дачу. Видишь, мы в засвете. Ты слишком близко говоришь вот это? Нет, я говорю как раз нормально. Нет. Тебе надо его положить то, что так. Нет, он должен в руках быть. Я специально же его так отрегулировал. Ну так вот, потом мы поехали на дачу. На дачу. Дети побегали, мы поехали. Прокопьевск! Тры-дыр-дыр-дыр-дын! Да, но до Прокопьевска мы не поехали. Мы по пути в Прокопьевск мы свернули в шашлычку Утами. Заказали там шашлык, машлык и все, и поели много-много шашлыков. Дети там камни покидали в водичку. Да, было классно. И это только понедельник. Вообще. А вторник был обычный вторник. Да, мы отдыхали. Да, у нас уже рефлекс на шорохе, потому что у нас в квартире появились мыши. В среду. Это была среда. Это была среда. Среда. Да. А несколько недель ранее было вот это. А что это? У нас появились тараканы. У меня есть фотка. Можно приложить. С таракашками. Да. Вот такой большой. А что ты смотришь? У нас рефлексы на шорохи всякие. Смотрим, да. Кто там вылазит? Алло. А что в четверг? В четверг был вчера? Да, в интеллект мы ездили. Да, мы ездили в интеллект, и не только, мы еще куда-то ездили. Ну, по работе что-то, да, забирали. А мы ездили по магазинам, по работе забирали все там. Поставили клеевые ловушки дома днем. А вечером, когда вернулись, была уже мышка. Кристина там вставила где-то. О, птичка пролетела. Привет, птичка. Ничего не видно. Да, нет, тут есть еще дети, которые смотрят на ложке. Дети, которые смотрят мышку, да? Они говорят, она там хлопает глазками плачет. И плачет, она там хочет выбраться. Такие вот дети милые сказали, давайте ее отпустим. Угу. Давайте отпустим. Пусть она дальше бегает. Надо было к ним в комнату и выпустить эту мышку липучую, она там вот так вот как не, выходила. А мы бы не отмыли, да? Ее? Да нет, конечно, там вообще бензином отмыла. Она бы от бензина сдохла. В смысле, ну, а подстричь шерсть? Цитона. Да ноги ей проще отстричь. Шерсть отстричь. Да как, да ничего там ее не спасешь, все. Да ее не спасешь. Да.
У них же там, по-моему, такая нервная система, что они должны всегда двигаться. Они так устроены. Они должны что-то грызть, двигаться, да. Если она не двигается, она... Ну, значит, она спит. Ну, да. Все же они, суки, ночью-то не спят. Потому что двигаются. Двигаются, ну, у них... Тусняк у них. Ага. Не, ну сегодня ночью тишина, кстати, относительно. Там что-то... У меня была тишина. Я что-то слышал там. А у тебя, не знаю, ты ходил. Я ходил, проверял там двери. Фонариком вставь. Запись видео. С камеры видеонаблюдения, да? Да. Вот, ну а что, сейчас пятница, пол первого. Нет, у нас дела в Пэме. Сейчас поедем, доделаем дела, потом ребятишек заберем. Вот такое вот, короче, у нас первый... Вы первый видели, влог, какая влог наш. Красивая береза. Вот. Мы сейчас снимем. Я сейчас переключу камеру, возьму в руки камеру и все снимем. Все, короче, встретимся в следующую пятницу. Маленький. Там еще раз. Красоте. Пошли там пещера, бери камеру. Там реально пещера. Нифига себе, смотрите. Смотрите, что я нашел. Надеюсь, там никого. Уйди, я первая пальца. Уйди. Прикольно. Да, там просто пусто и ведро. Ведро? Да. В туалет ходить. Иди. Жена пошла. Спелеолог. Лара Крофт, расхитительница гробниц. Ты думала, там реально ход какой-то, да? Ход-проход. Ну, убери его. Заново если снимать. Да? Съемка это такое? Надо, чтобы не дать. Да, кстати, у меня же придут, скоро должны прийти петличные радиосистемы. И, наверное, мы уже тогда откажемся от вот такого ручного диктофона и будем сразу с петличных радиосистем писать в диктофон. Они должны прийти до 31 мая, и вот тогда мы уже потестим. Они также идут с ветрозащитой. Я, наверное, также буду писать на встроенный. То есть, ну, у меня сейчас внешний микрофон подключен к телефону. И мы будем, наверное, с петличек писать сразу звук и мой, и Кристинин в диктофон. И, то есть, ну, спрячем куда-нибудь диктофон, там, не знаю, или также в руках, или там в задний карман куда-нибудь можно будет его спрятать. Вот спелеолог показывает мне Лара Крофт. Блин, да, а как будто вот в игре какой-то, да. Слушаю вообще. Че, короче, надо уже ехать. Мы уже, у нас затянулся пятничный отчет, видеоотчет. Там же да, ну вот, ну, интересно же, здорово. А завтра у меня съемки, мы будем снимать какие-то, не знаю даже, что там, не помню. Вот так делает надо. Короче, я выключаю. Всем пока, спасибо, что смотрели. Хотя это запись чисто дома. Пока. Домашняя. Все. И открывается. Блять, а что надо сделать? Попробуй сейчас.